Министерство обороны Китая занимается подготовкой к международным армейским играм 2017. На полигоне Корла в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая пройдет сразу 4 конкурса: «Безопасная среда», «Мастер-оружейник», «Чистое небо» и «Суворовский натиск». В настоящее время военнослужащие сухопутных войск знакомятся с полигоном, изучают площадку, чтобы во время выполнения заданий не возникло сложности. Один из этапов конкурса – комбинированная эстафета с применением стрелкового оружия. Во время этих соревнований российская команда будет впервые использовать китайскую технику. Всего в играх примут участие 477 военнослужащих из 10 стран мира – Китая, России, Казахстана, Беларуси, Ирана, Узбекистана, Венесуэлы, Египта, Анголы и Зимбабве. В рамках игр будет организована выставка вооружения и культурные мероприятия. В этом году армейские игры пройдут на 22 полигонах разных стран. Игры продлятся 14 дней с 29 июля по 12 августа.